Сколько денег нужно, чтобы открыть свой зал единоборств? На чем лучше не экономить и за счет чего в зал можно привлечь больше посетителей? Такая пословица: скупой платит дважды. В зале единоборств это работает всегда. Зарабатывать на этом вы сначала не будете никак. Около 1,5 миллиона уйдет просто на ремонт. Сложно пытаться что-то развивать и самому в этом не быть причастным. Опытом делится совладелец клуба смешанных единоборств Алексей Стоян. Программа «В бизнесе». Смотрите в четверг в 20:00 на канале «Мир Белогорья».